Водитель пассажирского автобуса остался без работы из-за разговора по телефону. То, как мужчина общается по видеосвязи прямо за рулем, причем сразу с несколькими собеседниками, сняли на камеру пассажиры. Очевидцы выложили запись грубейшего нарушения правил дорожного движения в группе ВКонтакте. На видеозапись обратил внимание перевозчик. В компании провели проверку, установили личность водителя и уволили мужчину за халатное отношение к своим обязанностям. Добавлю, что перевозчики регулярно проверяют водителей на предмет соблюдения правил безопасности. В кабинах автобусов установлены 2 камеры, которые позволяют оперативно выявлять нарушителей. Были предприняты меры в виде расторжения трудового договора с данным сотрудником. Он объяснил это тем, что он общался якобы с каким-то родственником, каким-то важным делом. Объяснения приняты не были. А с данным водителем мы попрощались, по-моему, уже в понедельник.